Всем привет-привет! Меня зовут Лиля, я партнер компании Siberian Wellness, и в этом видео я хочу с вами поговорить о здоровье суставов. Что предлагает наша компания Siberian Wellness для здоровья наших суставов? Давайте об этом и поговорим. Все мы знаем, что жизнь – это движение. Да? Пока мы двигаемся, мы живем. А качество наших движений – это качество нашей жизни. Поехали! Сегодня сложно отыскать человека, у которого никогда не возникала боль в суставах. Такое случалось практически с каждым. Особенно печально то, что эта проблема молодеет с каждым годом. Болезни кости беспокоят не только взрослых, но и детей. По статистике, 80% детей на сегодняшний день страдают остеохондрозом и другими болезнями костей. Именно поэтому бальзамы для суставов и другие препараты компании Siberian Wellness разработаны независимо от возрастной категории. Компания Siberian Wellness изготовляет только натуральные средства на основе трав и имеет природное происхождение. Уникальное соединение нескольких веществ делает препараты эффективными в лечении многих болезней. И особое внимание уделяется серии средств для опорно-двигательного аппарата. В этом видео я хочу вас познакомить, что предлагает компания Siberian Wellness для суставов. Разработана целая серия препаратов для здоровья опорно-двигательного аппарата. Вместо привычных средств, как мазь или крем, используются бальзамы, чаи и капсулы натурального происхождения. А поэтому не несут вреда и не оказывают побочных эффектов на организм. Лечение рекомендуется комплексное, потому как средства лишь дополняют друг друга. Линейка состоит вот из таких вот препаратов: живокост, гибкий лук, корень, суставной чай, синхровитал 6, лимфосан артро, эпам 31. Линейка, конечно, намного шире, если считать еще и спортивную серию. Но я решила остановиться вот на этих основных и популярных препаратах, которые уже испробованы на моих клиентах и на моей семье тоже. Теперь рассмотрим каждую из них. И начнем мы, пожалуй, с корня. Это замечательный бальзам широкого спектра действия, который обладает совершенно уникальным противовоспалительным и, соответственно, обезболивающим действием. Это легенда нашей компании. Корень – это скорая помощь при абсолютно любых состояниях, в том числе для суставов. Если растянули мышцу или заболел сустав коленный, локтевой или любой другой, растираем больное место, корень помогает при любых таких состояниях. Хочу отметить, что корень усиливает действие других бальзамов, то есть сначала растираем больное место корнем, а сверху мажем уже другой бальзам, о которых я расскажу дальше. Можно также сделать так называемое энергетическое одеяло. Намазываем на больное место бальзам корень, сверху мажем гибкий лук или живокост и сверху рисуем сетку из эпама 31 и прикладываем фольгу блестящей стороной вниз. Можно укрыть шалью и все это оставляем на 20 минут. Результаты потрясающие. Есть у нас еще замечательные бальзамы, в которых содержится глюкозамин и хондроитин. Это строительный материал для наших суставчиков. А если быть точнее, это вещества, которые призваны восстанавливать разрушенный хрящ. Это особенно актуально для тех людей, у которых остеохондроз и артроз мелких или крупных суставов. С помощью идут здесь бальзамы живокост и гибкий лук. А чем они отличаются? Давайте рассмотрим каждую из них и начнем, пожалуй, с гибкого лука. Бальзам «Гибкий лук» изготовлен исключительно на травах, которые полезны для суставов. В его основе органическая сера, она как локомотив переносит хондроитин и глюкозамин вовнутрь. Хондроитин и глюкозамин обладают обезболивающими действиями, поэтому после применения, уже после первого применения, чувствуется облегчение от боли. Также эти важные компоненты помогают восстановить структуру поврежденных тканей. Также в состав гибкого лука входят еще лечебные травы. Это экстракты окопника и сабильника. Они также оказывают мгновенное обезболивающее воздействие после первого применения и обладают противовоспалительным, противоотечным действием и способствуют заживлению повреждений.
Как мы применяем гибкий лук? Значит, растираем больное место по несколько раз в день на протяжении 2 недель. Наносим легкими массажными движениями. Как я уже ранее говорила, использовать лучше вместе с корнем, который готовит нашу кожу к проникновению в суставы хондроитина и глюкозамина. Бальзам также устраняет болезненное состояние и ощущение дискомфорта и активно восстанавливает хрящевую ткань и упрощает двигательную активность и помогает избавиться от чувства дискомфорта при движениях. И при ушибах лучше ставить компрессы длительностью в полчаса. Еще один эффективный бальзам – это живокост для костей, суставов с экстрактом окопника, бадяги, хондроитином и глюкозамином. Бальзам обладает противовоспалительным и восстанавливающим действием. На самом деле этот бальзам больше для суставов и связок. Он эффективен при травмах и заболеваниях суставов, когда требуется обезболить и ускорить процессы выздоровления. Чем обусловлено его действие? Конечно же, активным составом. Посмотрите сами. При регулярном использовании дает гарантированные результаты. Как лучше использовать живокост? Можно просто втирать в течение дня болезненный сустав или область спины, а можно его действие также усилить при помощи корня, как я уже ранее говорила. Но когда частично хрящ разрушен и когда суставная жидкость теряет свой состав, тогда местного применения, то есть применения бальзамов только, как правило, недостаточно. И здесь компания предлагает тот же самый глюкозамин и хондроитин, полученный из алтайских трав для внутреннего применения. Это препараты капсулированной формы, они очень эффективны, так как содержат в достаточном концентрации глюкозамин и хондроитина для наших суставов. Это продукты SynchroVital 6 и биологически активная добавка с глюкозамином и хондроитином. Давайте посмотрим в следующих слайдах, поговорим о них подробнее. Биологически активная добавка SynchroVital 6 – это комплекс, который помогает восстанавливать рабочее состояние суставного хряща. Она улучшает гибкость и прочность связочного аппарата. Благодаря присутствию в составе экстракта коры белой ивы, обладает выраженным противовоспалительным действием. SynchroVital 6 также восполняет суточную потребность в аскорбиновой кислоте и действует как хондропротектор. Он оказывает противовоспалительное воздействие, защищает суставы от повреждений и укрепляет организм. Для лечения используют 2 комплекса на протяжении 2 месяцев. SynchroVital 6 включает 2 вида капсул. Первые принимают утром, вторые – вечером. Утренний состав комплекса защищает суставы от повседневной нагрузки, а вечерний помогает правильному и наиболее полному восстановлению. Зеленую капсулу употреблять утром, значит, а прозрачную – вечером во время еды. Богатый состав комплекса SynchroVital 6 позволяет существенно снизить боли в суставах различной этиологии. Следующая добавка – это серия Essentials – глюкозамин и хондроитин, которая выпускается в форме капсул. Это 2 основных природных хондропротектора, что в переводе означает «вещества, защищающие хрящ». Из них организм строит новую хрящевую ткань. Они входят в состав суставной смазки – и препятствуют развитию воспаления в суставах. Причем эффективность существенно возрастает, если их применять одновременно. Именно глюкозамин является составной частью костной ткани, а хондроитин отвечает за восстановительные процессы. Глюкозамина примерно 560 мг – это 80% от суточной нормы, и хондроитина 216 мг – 36% от суточной нормы. Для того, чтобы достичь максимального эффекта, препарат принимают от 1 до 3 месяцев. По соотношению цена-качество это один из лучших продуктов на рынке, потому что 60 капсул стоит 490 рублей. Поддержать здоровые суставы я рекомендую именно этим препаратом, ведь когда есть нагрузка на суставы, вы сами понимаете, рано или поздно они заболят, потому что суставы не могут выдерживать большие нагрузки, и их нужно поддерживать. Кроме этого, компания предлагает замечательный суставной чай «Гибкий лук». Чай помогает восстановить водно-солевой баланс, вывести соли из организма и улучшить состояние суставной жидкости. Фиточай также укрепляет стенки сосудов. Целебные воздействия оказывают листья брусники и черной смородины, плоды шиповника и трава полевого хвоща.
Нужно заварить один фильтр-пакет и употребить за день во время еды. Следующий препарат для суставов – это суставной фитосорбент. Чтобы пополнить организм коллагеном, а он является главным компонентом суставов, можно применять лимфосан Артро. Достаточно развести 1 чайную ложку препарата в стакане воды, желательно теплой, и полученная смесь выпивается сразу после приготовления натощак. Если эта порция для вас большая, принимайте 2 раза в день, делая по пол чайной ложки на половину стакана воды. Длительность курса составляет 1 месяц. Это средство поможет очистить организм, а также укрепить соединительную, костную и хрящевую ткани и устранить симптомы боли. Это средство является фитосорбентом. Входящий в его состав пектин, она оказывает очищающее воздействие. Коллаген восстанавливает хрящи. Салицилаты выступают противовоспалительным веществом. И инулин налаживает обменные процессы. Еще один эффективный препарат, который нельзя оставлять без внимания, это ЭПАМ-31. В состав его входят экстракты растений, продуктов пчеловодства, которые необходимы организму для восстановления суставов и соединительных тканей. Лекарственные растения, маточное молочко и прополис оказывают поддержку опорно-двигательной системе и оказывают общеукрепляющие и заживляющие действия. Взрослым по 10 капель 2 раза в день под язык во время приема пищи. Перед употреблением флакон встряхнуть. Продолжительность приема 1 месяц. При острых состояниях дозировку можно увеличивать. ЭПАМ – это продукт, а не лекарство. Не забывайте, поэтому и пить его нужно постоянно. Курс при артритах, артрозах, мастопатии, узлы в щитовидной железе, спайки – при этих заболеваниях нужно пить от 5-6 месяцев непрерывно. Чтобы добиться нужных результатов, составляются оздоровительные программы. Обратите внимание, что программы составляются индивидуально. Программы могут составляться и в профилактических целях, так и в лечебных целях. Профилактическая доза – это та доза, которая указана на упаковке. Если вам необходима консультация, это не обязательно по проблеме суставов, может быть любая другая проблема. И если вам нужно составить программу, пишите любым удобным способом и в любых социальных сетях. И мы вам поможем решить вашу проблему. И, друзья, не забывайте двигаться. Двигательная активность – это жизненно необходимо для здоровых суставов. Дело в том, что суставная жидкость вырабатывается и поддерживается в жидком состоянии именно во время движения. На этом все. Мое видео завершается. Я все вам рассказала. И приглашаю вас в нашу компанию. Здесь вы сможете восстановить свое здоровье, забыть про боли и жить полноценной жизнью. А я вам желаю сибирского здоровья, крепкого. И если это видео было вам полезным, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!